Друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня отвечаю на один из вопросов, который задал мне канал Мируэрт, если я, конечно, правильно прочитала. В одном из моих видео, как пользоваться Samsung Notes, в комментариях он задал вопрос, что у него пропала функция, как закрепить заметку на главном экране телефона, как ее вернуть. Видимо, он нечаянно ее нажал, я так поняла. Сегодня я хочу показать, как это сделать. Давайте зайдем. Так, вот у нас Samsung Notes. Блокнот. Заходим туда. Дальше у меня здесь есть разные заметочки. Я просто на одной заметочке покажу вам. Вот я сделала специально. Заходим вот сюда. Нажимаю на нее. Дальше вот у нас здесь есть три точечки. Нажимаю на эти три точки. У нас выходит вот такое меню. Вы можете сами выбрать. Здесь есть вот написано «Добавить» и стрелочка такая «В». Значит, мы на нее нажимаем. У нас выходит главный экран и напоминание. Вот как раз то, что он просил. Главный экран. Я нажимаю на главный экран. У меня выходит вот такое меню. Я нажимаю «Добавить». И вот он у нас добавляется. То есть вы, когда нажали на него, просто заходите уже на главный экран, здесь вот он доходит, вы можете просто пальцем держать и передвигать его, поставить туда, куда нужно. Вот я поставил его сюда, передвинула его. Вы можете его выбирать туда, куда хотите. Вот, все, он на главном экране у нас находится. Дальше мы просто можем на него нажать. И вот он у нас выходит. Таким образом. Вот у вас здесь все ваши приложения, которые у вас есть. А здесь она как раз таки на главном экране находится. Вы можете и на главный экран его вывести без разницы. То есть выбирайте сами, как вы хотите. Таким образом это делается. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с другими, ждите следующих видео. Всем всего доброго, до скорой встречи, всем пока-пока.